И газеты продавать можно по-разному. В киоске «Союз Печать» у проходной завода имени Орджоникидзе в городе Муроме Владимирской области работает Мария Михайловна Троицкая. Пришла сюда почти 30 лет назад, выйдя на пенсию. Здесь была награждена орденом «Знак почета». Мы провели с Марией Михайловной рабочий день. А вот побеседовать с ней удалось только после работы. Я сама горжусь тем, что я еще могу в своем возрасте работать. Мария Михайловна, а вот вы ходите на завод и приносите там газеты, журналы. Да, так. Это как для вас? Нагрузка или это ваша работа? Это моя работа. Это моя прямая работа. Я не считаю, что это моя нагрузка. По-другому я не имею права работать, да и сознание, что я по-другому не должна работать. А сколько вот вообще у вас план на месяц киоск? 2800-2900. Но когда я пришла на этот завод работать, был план 1000. И вот на этих маленьких газетках, на 2 копеечках, вам удается 3000 сделать? Да, 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 да. Долго вы еще собираетесь работать? Долго? Знаете, сколько я должна? Я должна работать до 90 лет. Это моя задача. А там посмотрю. Если я буду себя чувствовать нормально, как вот сейчас себя чувствую, то думаю, что еще 10 лет проработаю после 90 лет.